Привет всем, дорогие друзья! Меня зовут Тайный НЛО, и сегодня я вам покажу необычно, но самое эпичный сюжет. Самое главное, дорогие друзья, то, что вы сейчас увидите, люди столкнулись, можно сказать, на волоске жизни. Вы спросите, а что тут странного? Вы сейчас все и узнаете. Но для начала, пожалуйста, досмотрите этот сюжет до конца. Именно до конца. В конце будет, дорогие друзья, три сюжета как раз на эту тему, и вы увидите спецэффекты, которые отделяются от реального и нереального. Ну а так, подписывайтесь, ставьте комментарии или вопрос, если есть у вас. И самое главное, дорогие друзья, подписывайтесь на социальные сети. Мы, кстати, в ТикТоке также есть, все это в описании. И не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить ни одну мою серию. Ну, в общем, как-то так. Что я хотел сегодня вам показать и рассказать? Вот этот сюжет, который вы сейчас увидите, армада НЛО красного цвета, было замечено в Белоруссии. Посмотрите, сколько их штук. Вы спросите, а почему именно они в Белоруссии? Люди утверждают и множество мне пишут, что они не видят НЛО. Но иногда не видят. Я хочу вам кое-что сказать интересное. НЛО появляется в том месте, где они чувствуют угрозу или где им надо появиться. Потому что множество людей, ну, не сталкиваются с таким моментом, что, ну, НЛО, или как утверждают, может спутник лететь, или еще что-то летит. В общем, это, дорогие друзья, чисто направлена армада НЛО. Вы спросите, почему армада? Вы думаете, что они так близко? Нет, дорогие друзья, они, можно сказать, очень далеко, они даже, можно сказать, в космосе. Вот это свечение, именно они еще в космосе, но эти яркие огни летят именно на Землю. Они не просто маленькие, они огромные корабли, и НАСА само заявляло. Они сами чуть-чуть испугались, тогда сказали, что летит к нам из астероидов или с метеоритов дождь. И типа ссылаться, что это все так должно быть, дорогие друзья, появились вот эти корабли. А во Франции туристы были шокированы, увидев необычное явление. НЛО, красное необычное освещение, сканировало именно их, дорогие друзья, которые снимали этот сюжет. Вы представляете, стоите вы тут с телефоном, видите НЛО, а этот НЛО сканирует вас. После этого сам НЛО корабль улетает прочь. Такого, как вы думаете, никто не ожидал. А представьте, у этих туристов были бы пистолеты или автоматы. Что бы НЛО сделало с ними? Вы представляете, скорее всего, уничтожило или просто убило. Такой случай бывает не раз, но им повезло, что это, дорогие друзья, просто сканирование было. А если было бы не было, что бы было бы? Как вы думаете, это ужасный и необычный момент было бы на их счету? Thank you.
А это, дорогие друзья, было сделано в США. Множество туристов заметили в облаках что-то странное, да, и что-то темное, но после этого они над головой увидели самое огромное и необычное явление, то есть НЛО. Посмотрите по центру корабля, яркий свет. Можно ссылаться, что это как солнце, может, маскировался он. Но здесь случилось кое-что другое. Сам НЛО, дорогие друзья, был далеко от Земли, но его масштаб вообще поразил всех, кто находился там. Вы представляете, а если это враждебный корабль? Но такое вам никто не скажет, вам по телевизору не покажут, ну не, вообще нигде не скажут, потому что это, дорогие друзья, секретно. Я надеюсь, вам понравился такой мини-сюжет, я надеюсь, вы оцените его на группу или просто хорошую, можно сказать, подписку. Так что, дорогие друзья, приятного вам было показать, а дальше досмотрите до конца, будет еще интереснее.